Салют, друзья! Как всегда, у микрофона Док Браун, и сегодня речь пойдет об Astellae Online. Думаю, вы прекрасно знаете, что это за ММО такая. Кстати, судя по всему, осталось ей уже недолго. Интересно, что Astellae Online за пару лет успела выйти в Корее, после чего была там закрыта и на данный момент была снова запущена, но уже у другого издателя. Также она успела выйти в Европе и даже взяла там неплохой старт. Настолько неплохой, что европейцам пришлось даже открывать дополнительные сервера. Но справедливости ради, стоит сказать, что сейчас там уже все не так радужно. Но самое интересное, пожалуй, происходило именно с русским сервером. Напомню, что он открылся в марте этого года. На старте в России было доступно два сервера, и, честно говоря, стоит сказать, особого ажиотажа на ОБТ там не было. Что в целом и не удивительно, ведь игра, как ни крути, очень на любителя. Самое забавное, что выпустив парочку обновлений в июле, российский издатель решает сделать ход конем и к двум полупустым серверам добавить третий игровой сервер. Думаю, нет смысла объяснять, что особо людей в игре больше не стало. И вот теперь самая главная новость. Спустя 8 месяцев после запуска русского сервера было анонсировано слияние всех трех серверов в один. Уже 5 ноября этого года после тех работ все сервера сольются в один новый сервер под названием Андромеда. Стоит отметить, что перенесутся на новый сервер только 3 самых прокачанных персонажа, или больше, если вы покупали дополнительные слоты. Кстати, количество дополнительных слотов определяется тем сервером, где их у вас открыто больше всего. Так что, если у вас куча персонажей на разных серверах, то лучше заранее сами удалите лишних персонажей, чтобы потом не было проблем. Пока что у вас еще есть время. На новый сервер будет полностью перенесен ваш склад, а с общего склада будет перенесено не более 10 предметов. Также после слияния серверов сохранятся гильдии. В целом, подводя итоги, можно сказать, что игра явно не зашла. Пусть там и есть некоторое количество регулярно играющих людей, но учитывая грядущее слияние, ясно, что их там не так уж и много. Само собой, слияние — это всегда плохой знак, так что предлагаю вам в комментариях пованговать, сколько еще продержится на плаву Astellae Online в России. Будет интересно почитать ваши комменты. А на этом пока что все. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. На канале много чего интересного. Всем удачи и побольше крутых игр. Пока-пока.